Сегодня на ужин буду готовить курочку. Вот сейчас я ее мариную. У меня здесь две четвертинки, я пополам их разрезала. Два бедрышка получается и две голени. Положила вот у меня адыгейская соль, 2 столовые ложечки. Соевый соус. Немножечко, буквально. Терияки очень люблю. Много не надо. Курочки немного. И майонез. Все, сейчас все это перемешаем и пусть постоит немножко, замаринуется часа полтора. Ну что, пришло время готовить курочку. Она у нас замариновалась, постояла 1,5 часа. Сейчас картошечку я почистила, порезала, посолила, маслом сбрызнула, формочку сложила. И все, мы запекаем 180 градусов. Духовка уже включена. Где-то минут 45-50. Смотрите сами, как зажарится красиво. Только что достала из духовки картошечку с курочкой. Она у меня 45 минут запекалась. Мягкая, вкусная. Маринад очень вкусный. Готовьте, а мы будем ужинать.